С добрыми намерениями ко всем. Аникисан на проводе. И мы продолжаем создавать наш ретро-игровой сетап из подручных средств. Кто не видел предыдущие две серии, обязательно зацените, чтобы была ясна картина всего происходящего, что здесь происходит и почему и как. А мы давайте не будем затягивать. В прошлой серии мы воткнули нижний уровень. Три консоли у нас здесь. Сегодня верхний уровень. Так что, ну и начинаем. Так, напоминаю, ребята, что сюда мы цыкаем весь став из моего улов-мулова, так сказать. Кто не знает, что такое улов-мулов, посмотрите старые видосики там. Это вот геймхантинг, да, это вот будем искать у пацанов. Короче, погони за играми из этой серии, короче, улов-мулов только. У Аники Сана это улов-мулов. Ну давайте не будем затягивать. Давайте посмотрим по порядочку. Посмотрим, что в этой коробочке. А в этой коробочке у нас, ребята, это Super Key адаптер для Super Nintendo. Кстати, что это за кадр, даже не знаю, надо будет проверить. Вот. Это как бы в комплекте отдельно получается. Ну, соответственно, вы, наверное, поняли. Здесь у нас, ребята, Super Nintendo американского региона с двумя фирменными падами американскими. По цветам все подходит, все как положено. И это Super Nintendo с модом. А в чем здесь мод? А мод заключается вот здесь. Выведены отдельное аудио-видео. Обычными колокольчиками можно подключиться. Сделано это потому, что как бы оригинального кабеля в комплекте нету. Ну и как бы не только из-за этого, ну просто сделано. Там было два варианта, честно говоря. Вот такой вот. Смотрите, какой он чистый вообще. Немножко такое ощущение, как будто кнопочки эти выгорели. А так вообще ни одной желтизны нету вообще в идеальном состоянии. Посмотрите, вообще просто чики-чики все. Я взял, короче, именно вот такой вариант, потому что, несмотря на то, что у нас есть Nintendo 64, там есть кабель от него, но так будет быстрее, я думаю, менее проблематичнее. Это же мы напоминаем, что здесь никакого коллекционного стафа нету, здесь есть редкие консоли, которые будут непосредственно юзабельны. Вот. Но помимо этого, значит, смотрите, что у нас в комплекте. Супер Нинтендо американка. Два кейпада американки. Адаптер с каким-то кариком. Я даже его не смотрел, честно говоря. Оригинальный блок питания. Сейчас, подождите. Сделаем по красоте. Ну и как бы опять же, чтобы отдельно видосики не пилить, у нас тут еще есть карики. Карики американского региона. Непосредственно, чтобы поюзать этот аппарат. Карики у нас следующие. Эксклюзив, фирменный тайтл Nintendo F-Zero. Сейчас. Значит, George Foreman's KO Box, короче, какой-то. NBA Jam, бум, шакавака! И еще один карик в прекрасном состоянии. Best of the best. Вот. Вот такой вот у нас игровой комплект Super Nintendo американского региона. Да, я забыл сказать, значит, по количеству, что у меня по количеству. Супер Нинтендо у меня, значит, две коробочные американки, две коробочные европейки, две коробочные японки
и одна босячая палка. То есть это у нас получается 6-7. Восьмой Супер Нинтендо в хозяйстве, который вот сюда вот все положим. По красоте сейчас будем вторую полочку делать, ребята. Вот так вот сюда положим. Сейчас все правильно, красиво поставим. Пока вам покажу фотки из Инстаграма и продолжим. Ну, собственно, пока так. Напоминаю, что у нас сегодня будет как минимум 3 консоли. По таймингу посмотрим. А мы продолжаем. Продолжаем творить и создавать красоту из подручных средств. Следующая коробка, она у нас вот такая вот. Давайте же посмотрим, что здесь. Это пока вот так вот отложим, пока сюда. Вот мы делаем. И что же здесь интересно такое? Давайте я покажу вот так вот. Угадайте, что это? Что это? Что это? Что это, ребята? Что это? Яники Сан, ты что опять PlayStation 1 хочешь нам показать? Сейчас подумают некоторые, наверное. Но нет, ребята, нет. Тут нечто другое. Фу-фу, даже пирачина, да, что такое? Тормозите. Яники Сан вам фуфло не показывает. Несмотря на то, что это непонятные, не оригинальные геймпады, но самое интересное в этих геймпадах, вот в этих, ребята, разъемах. Соответственно, если вы в теме, то, конечно же, вы поняли, что это великий и ужасный NES. Ну, великий в плане своего значения в нашем мире, так сказать, да? Вот, американка NES. Вот, сейчас поставим сюда два геймпада. Непонятно геймпада, кстати, у меня как бы оригинальный есть, я потом как бы укомплектую, но, блин, вот, я не знаю, вот, вы видели, да, вот, для NES вот такие вот геймпады. Ну, как бы, я не встречал. Дальше, что у нас здесь в комплекте, давайте посмотрим. Здесь у нас в комплекте оригинальный нинтендовский блок питания на 110 вольт. Оригинальный нинтендовский РФ переходник. Ну тут как бы это не проблема, мы же знаем, да, тут аудио-видео, тюльпанчики обычные. И ребята, к этому комплекту чехольчики для кариков. К сожалению, кариков нету. У меня кариков много, ну не здесь как бы, но они есть по факту. И как бы лишние чехольчики никогда лишним не бывают. Так, вот такой вот у нас комплект, который станет сейчас посередине, будет красиво. Но опять же посмотрим, что здесь есть еще. А здесь у нас есть, ребята, да. Давайте скажу, что этот NES у меня, значит, какой по количеству? Давайте посчитаем. Значит, один у меня новый, вообще новый, в коробке европейский. Один американский Longbox Action Set. Американ, да, в коробке тоже. Значит, три голыша. Два американских. И один европейский и не простой европейский, а этот Espanola Edition, короче. Espanola Version. Espanola Version, короче. Вот тут вот у него написано. Фотку в одну, правда, фотка старая, ужасного качества. Но как бы она есть. Короче, получается три таких. Коробочный, европейский, коробочный, американский. И еще у меня один кастомный есть. Кастлвания. Это мне братишка Денис подогнал из ГБС, Fused
Как там у тебя, братуха, кликуха? На ВВХ, Fused X, что ли? Fused FX, что такое? Денис, братуха, все. Мы с ним виделись перед вот, приезжал, когда на ВВХ пати. Я с ним увиделся в аэропорту, там недалеко жил. Как не пытался, я его затянул туда, на ВВХ пати. Но что-то он очканул. Не то, что очканул, межанул. В этом плане, что там контингент, понял, вот как все привыкли, да, вот это вот все. Непонятно вот это. Ну, ничего, мы же появились в ретро-тусовке. И немножко сейчас будем менять отношение людей к этому делу. Вот. И поэтому все будет ништяк. В следующем году, в этом году, точнее, я надеюсь, многие люди приедут на ГБХ в самой пати, в том числе и я. Без меня ни одно ГБС теперь не будет проходить. Я очень на это надеюсь. Так вот, ребята, вот у меня вот галыши там были, да, вот нески. И у меня один, ну как галыши, в смысле без коробки, да? И один, короче, нес там внизу, короче, вот тут что-то было треснуто. И вот у меня получается новый низ. Я его поменяю, он будет. И тут вот плата есть, тоже на запчасти. Я знаю, кому это пригодится. У меня один братишка есть, Саня, из Волгограда. Что за пацан вообще? Золотые руки. Слушай, я его называю, короче, кластер волгоградский. Он, кстати, для кластера вот эта многоигровочка есть же. Вот он, короче, обложку для него рисовал. Это вот мой кентярик. Он мне, блядь, виртуал бой починил, пацаны. Он мне, короче, вообще такие вещи сделал, короче. Это вот я братишке зацепил. Я думаю, нам пригодится. На запчасти у него тоже есть, нес парочку. Один я подгонял ему. Вот. Ну, короче, лишняя плата неса, лишней не будет, я думаю. А это мне необходимо. Я вот, знаете, что думаю? Я вот думаю, короче, вот все консоли, которые у меня дублями есть, некомплектные, я вот, наверное, их буду кастомить. Там, покрасить. Прикиньте, хочу Nintendo 64 сделать черным или белым. Нормально же будет? Фу. Посмотрим. Так что лишняя приставка, она всегда будет отличаться, если она даже одинаковая по факту. В будущем хочу сделать так, чтобы они все у меня отличались. Ну, все, вторая консоль, NES, картриджа у меня, к сожалению, на него сейчас нету, поэтому, в отличие от Super Nintendo американского региона, этот NES будет нам просто радовать глаз. Сейчас воткнем, посмотрите фотки и включимся. Вот такая красота у нас пока получается. И осталась третья приставочка на сегодня, которая займет свое законное место вот здесь. Давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас коробочка от Левиса. Там в инстаграме писали, братуха, что там в Левисе туда-сюда. Сейчас посмотрим. Здесь у нас, ребята, как говорит доктор Соломонов, снесов много не бывает. А здесь у нас, ребята, европейский снес, европейский геймпад, оригинальный блок питания. А вы сейчас скажете, Аники, сам ты чё? Ты же говорил, что все консоли будут двумя геймпадами. А теперь второй геймпад более... А, подождите, тут еще антенный момент тоже, понял? Ну, это у нас такая получается. Восьмая SNES коллекции. А, девятая, да? Это мы считали восьмую же, ну, девятая. Тоже без этого видео, понял? Теперь вы понимаете, да, что насколько это хорошо, что американка у меня вот с отдельными тюльпанчиками. В любом случае. Original. И теперь самое интересное, ребята. Покажу вам второй геймпад, который не комплектный, но от этого не менее крутой. А именно вот такой вот геймпад. Я такой геймпад, короче,
забелел у этого, у деда коллекция. Деда знаете, да? Без пяти минут дед канал. Обязательно зацените. Ссылка будет в описании. Там у братухи нормальная коллекция. Нормальный став. Даже в Векторс у него есть, у Аникиса такого нету. Так что скоро будет на Векторс обзор. На без пяти минут дед. Обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в описании. А у нас вот такой вот. Вот такой вот прикольный. Как бы он фирменный, ребята. Он даже этот. Смотри. Made in Japan, все дела. То есть как бы. Турбо, геймпад. Для. По кнопочкам, главное, по кнопочкам к этому подходит. Сейчас воткнем мы его сюда. Будет у нас все по красоте. И покажу, что у нас получилось. Ну что ж, друзья мои, в промежуточном этапе. Бля, опять это бухлишка, короче, он никак свое место не найдет. В промежуточном итоге у нас вот, вот такой получается вот сетик, ретро-сетик. Давайте посмотрим, как у нас все по красоте расположились. SNES европейка, NES американка, SNES американка. Смотрите, как все четко. Мы тут еще вот задние фоны немножко обыграем. Или же воткнем туда что-то другое. Об этом в следующей серии. Значит, верхний уровень. Вот такой вот у нас old school. Нижний уровень. Вот такой вот у нас old school. Но у нас в запасе, ребята, еще... Так, сколько? 5.5 консолей на сегодняшний день. Если в ближайшее время никакого нового улова-мулова у меня не будет, то как минимум 5.5 консолей мы с вами еще будем располагать вот в этот колхозный, но от души сделанный сетап. Вот. По таймингу я не знаю. Давайте сейчас с вами посмотрю и скажу пару слов еще. Ну, короче, по таймингу более чем достаточно. Я думаю, на сегодня этим это закончим. У нас еще будет 4-я серия, получается. Планировал делать 3-серийник, но по ходу получится 4, а может даже 5 серий. Поэтому, ребята, с вами был Аникисан. Всем добра. Скоро увидимся. Хоп.